Судебные приставы разыскивают Михаила Боярского. Каналии пытаются взыскать с Д'Артаньяном 200 рублей, которые он задолжал за коммунальные услуги. Следите, чтобы ваша репутация не скрипела, как потертое седло, а также за новостями ЖКХ. В ЖКХ России придут федеральные деньги. Вице-премьер Марат Хуснуллин считает главной проблемой российского коммунального хозяйства то, что за него отвечают регионы. А регионы у нас в большинстве своем депрессивны. К Ямалу это, понятное дело, не относится. Тем не менее, дополнительные субсидии со стороны государства в правительстве считают оправданными, поскольку на долю ЖКХ приходится 5% валового продукта и 5 триллионов рублей выручки. Подкормить курицу, готовую нести золотые яйца, было бы логично. Подровняют по ямальскому стандарту. Правительство России намерено снизить максимальную долю коммуналки в семейном бюджете с 22 до 15%, прям как у нас. Для ямальцев с точки зрения субсидий ничего не изменится. Компенсации будут получать семьи, которые платят по квитанциям примерно шестую часть доходов. Зато для 58 регионов страны эта норма существенная. Сейчас на субсидии претендуют 3 миллиона человек. Если Минстрой и Минтруд продавят инициативу, льготников станет 7 миллионов. Чтобы не было как в Тундровом. Юных российских строителей и коммунальщиков научат работать на совесть, а не левой пяткой. Фонд развития ЖКХ заключил контракты сразу с несколькими российскими вузами, предоставив студентам право постажироваться в госкорпорации. Студентов научат энергосбережению, новым технологиям, современным строительным практикам. Пожалуй, нам тоже пригодится. Вообще, сайт этого самого фонда ЖКХ занятный. Детям понравятся некоторые сервисы, да и взрослым тоже. Пузатый мультяшный герой по имени Жека объясняет, что такое коммуналка, ТСЖ, управляющая компания, откуда берутся платежи и почему их надо вносить вовремя. А еще с его участием есть онлайн-игра по управлению многоквартирным домом. Если хотите, чтобы в старости за квитанцией голова не болела, можете приобщать. С вами был Сергей Рунько, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.